В 2 часах езды от Москвы в сторону Калуги, на 100-й версте бывшего Екатерининского тракта, есть тихое место. Здесь, на поросшем вековыми деревьями холме у живописного пруда, возвышается комплекс прекрасно сохранившихся зданий 19 века. Именно в этих местах, прославившихся на всю Россию знаменитой гурьевской кашей, на средства графа Семена Александровича Гурьева и на его же землях в 1896 году возвели сельскохозяйственную школу. Здание выполнено в модном на то время неоготическом стиле и обошлось меценату без малого в 100 тысяч серебром. Напротив главного здания расположены 2 общежития, построенные уже в 1958 году. Сегодня выдающийся архитектурный ансамбль – выгодный и перспективный объект для инвестиций. Земли бывшей сельскохозяйственной школы официально разрешено использовать под строительство и эксплуатацию базы отдыха. Все здания и земельные участки оформлены в собственность. Конфигурацию и размеры участков можно изменять с учетом особенностей нового проекта. На участке есть высоковольтная линия, по границе проходит газ. В наличии водонапорная башня и артезианская скважина. Это значительно сокращает расходы и упрощает подключение основных коммуникаций. После восстановления размытого фрагмента дамбы уровень воды снова поднимется на 2-3 метра, в разы увеличив зеркало пруда. В состав комплекса также входят ряд перспективных зданий – клуб-столовая, кирпичная баня и жилой многоквартирный дом. Как объект для инвестиций, бывшая Гурьевская сельскохозяйственная школа идеально подходит для родового поместья, базы отдыха, санатория, загородного спа-отеля, туристического или конференц-центра. Не упустите возможность приобрести в собственность уникальные владения для бизнеса или семейной усадьбы и оставить свой заметный след в истории России. Звоните и записывайтесь на просмотр.